А еще мы хотим вам показать розу. Это чайно-гибридная роза. Вот этот бутон, еще не раскрывшийся, вот такого цвета. Вот так он раскрылся. А вот этот, он просто выцвел на солнце. Вот такая чудо-роза у меня есть. А еще она на фоне санталины. Немножко правее, и вы увидите, она уже зацветает. Это вечно зеленое растение, хвойное. С невероятным запахом. Просто с невероятным запахом. А вот здесь вот еще одно почвопокровное растение. Вот оно такое, низкое растущее. А вот так оно цветет. И скоро будет ярко-желтыми соцветиями. А мы еще вам покажем, когда они зацветут. Пока-пока!